29 июня на территории Северской центральной районной больницы прошла торжественная церемония вручения ключей от нового комфортного легкового автомобиля «Лада Нива Тревел». Такой подарок сделало акционерное общество «Черномортранснефть». В данном случае было принято решение об оказании медицинской помощи в виде выделения данных автомобилей большой вместимости нескольким больницам. Одна из них стала Северская ЦРБ, ввиду того, что мы стараемся оказывать нашу помощь тем муниципалитетам и тем учреждениям здравоохранения, которые находятся на территории, где представлены наши объекты, нефтеперекачивающие станции, наше управление. Поэтому мы связались с больницей, предложили им данную помощь. Машина пополнит автопарк Афипской амбулаторно-поликлинической службы. В условиях пандемии дополнительный авто поможет врачам добираться на место вызова быстрее, что сократит время ожидания медицинской помощи. Это хорошая помощь для афипского поселения. На ней будут выезжать участковый терапевт, участковый педиатр, при необходимости узкие специалисты. Чем хороша эта машина? Она комфортная, она проходимая. Это будет намного быстрее и комфортнее для врачей. Огромная благодарность компании. Такой автомобиль позволит медикам без проблем добраться даже в самые отдаленные уголки муниципалитета.